Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и снова мой краткий видеообзор всех томатов, которые существуют вообще. Вот томат Джина. Сейчас будем говорить о нем. Если до этого я описывала томат Кенигсберг и говорила, что он высокорослый, очень урожайный, много плодов, но он будет чуть попозже, чем скороспелки, то сорт Джина относится больше к ранним сортам. Он будет не так рано, как ультраскороспелки, но не так поздно, как крупноплодные, вот такие, как Кенигсберг. Это, наверное, ранний, но средний такой томат Джина. Скороспелый, высокоурожайный сорт. Срок созревания 105-115 дней. Растение детерминантное, не требует посынкования и подвязки. Плоды ярко-красного цвета, округлые, слабо ребристые, массой 150-200 грамм, даже до 300, плотные и устойчивые к растрескиванию, обладают отличным вкусом в свежем виде и подходят для переработки и засолки. Вот как я и говорила, первые у нас идут ультраскороспелые, у которых 70, 80, 90 дней. У них обычно плоды поменьше, и за счет этого они очень-очень быстро формируют плод, и он начинает спеть. Вот этот у нас уже скороспелый сорт, но с плодом 200, даже до 300. Значит, он будет поспевать чуть позже ультраскороспелых. Но все равно раньше тех, которые в открытом грунте, крупные, такие вот как бычье сердце, например, тот же Кенигсберг, советский и королевский, ну все вот эти, которые крупные. У него, хотя сорт, у этого сорта плод не маленький, но поспеет он быстрее. Вот сорт Джина многие знают, многие любят. Если вы начинающий огородник, возможно, вы еще не слышали о нем, советую для пробы посадить и посмотреть. Вообще всегда надо испытывать. 10-20 сортов посадили, оставили только те, которые вам нравятся. На следующий год добавили несколько новых. И в конце концов вы сформируете свой костяк, именно тот состав вашего огорода, который будет нравиться вам и подойдет именно вам. Нужно добиваться, чтобы на огороде у вас на участке был конвейер свежих плодов. И ультраскороспелые, и потом ранние, и потом средние, и потом поздние, которые можно хранить на зиму. До свидания, с вами была Ольга Чернова и мой краткий видеообзор всех сортов томатов.